Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у меня день рождения, и я отметил его ударным трудом. Вместо того, чтобы праздновать, весь день занимался съемками очередного выпуска кулинарной пропаганды. Периодически от вас поступают запросы. Давай больше выпусков, давай каждый день выпуски. Вполне возможно, на экране выглядит, что у меня все получается очень ловко, и я весь из себя такой быстрый, ловкий. На самом деле это не так. И в доказательство своих слов я показываю вам немножечко нашего закулисья. Хороший борщ от Фрески начинается... Спокойнее. Тогда уж от Фрески. В каких условиях приходится работать? Хорошо приготовленный стейк хорош сам по себе, но есть один важный момент. Вовент есть у вас важный. Если у вас есть премиальный кусок мяса, то самая главная его задача – его. Его задача просто быть съеденным. Ужас. Так, тихо. Некоторые, конечно, скажут, что они любят стейк с кровью. Я сам из таких. Но, друзья мои, даже страстные почитатели разбив окровавленного, и те предпочитают подрумянить его, а не скусывают куски со знакомого спины. Бери. Да, со спины знакомого. Знакомый. Комцумир. Приготовление стейков – это религия. И, как часто бывает с религиями, тут имеются свои фантазии. Фантатики, да. Приготовление стейка – это религия. И как со всякой религией, тут имеются свои фанатики. Опять все-таки. Фанатики, да? Вот и все на сегодня. Надеюсь, я удовлетворил ваши В очередной раз тщательно обсушиваем курицу. Если на ней останется влага, то эта влага в духовке начнет испаряться. Там бедная курица, уже сухой. Сухой бертен. Зато очень тщательно высушил. Настоятельно рекомендую вам тоже так по 10, по 15 подходов к сушке выполнять. Что у вас в Какая у вас на самом деле температура в духовке, не знает никто. Поэтому первые минут... Поэтому первые минут 20 следите за курицей. Она должна начать зарумяниваться. Если не так, регулируйте нагрев. Какая на самом деле температура в вашей духовке вокруг курицы, не знает никто. Поэтому первые минут 20 следите за курицей. Она должна начать зарумяниваться. Если это не так... Регуль. Теперь она полежит спинкой вверх. Тут все развисит. Помогите мне это развидеть. Тут все зависит от размера птицы. Вот так. И это вы посмотрели, пожалуй, еще самые удачные и самые быстрые дубли. Спасибо за компанию. Всем пока.